ядовитых облаков. Синь соколиная пыль, здесь, на родной стороне, мы ради. Люди, которые имеют ограничения в здоровье, как правило, очень талантливы. Это на деле доказали участники фестиваля «Все невозможное возможно». Интернатовцы большие молодцы. Их душевные песни и зажигательные танцы задели до глубины души каждого зрителя. Психоневрологического интерната проводится уже много лет подряд. В нем принимают участие все социальные учреждения восточной группы края. Все раскрыть таланты пытаются. Им очень интересно собираться всем вместе, потому что одно учреждение – это одно учреждение. Как бы конкурсы в одном учреждении – это сами друг между другом соревнуются. А когда приезжают все, вот тут уже показывают, кто на что гораст. Они все общаются и так, как бы без конкурсов, между учреждением наши жители. А тут вот сплоченный такой у них творческий коллектив. Каждый номер участников традиционно оценивают жюри. Никого не оставим без внимания, потому что для них, этих ребят, даже то, что они выйдут на сцену, для них это уже подвиг. И я думаю, что они все счастливы, что просто они здесь будут даже участниками, не победителем. Победители все. Мероприятие посетили почетные гости, которые пожелали участникам побед не только в конкурсе, но и в жизни. А организаторов поблагодарили за то, что помогают особенным людям проявлять себя в творчестве и спорте. Большое спасибо организаторам этого фестиваля. Потому что вы большие молодцы, вы не даете жильцам домов скучать, вы не даете скучать получателям социальных услуг, которые сегодня тоже будут участвовать в этом фестивале. В этом году краевой фестиваль-конкурс «Все невозможное возможно» организаторы приурочили к 90-летию края. Кристина Куш, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.